А теперь к другим не менее важным темам. Выходной в День знаний в России 1 сентября предложили дать отгул родителям первоклашек. Инициатором нововведения выступила руководитель Института прогрессивного образования Анна Маркс. Данное предложение уже поступило вице-премьеру Татьяне Голиковой. Так, по итогам опроса, проведенного институтом у свыше 1500 респондентов, больше половины планируют отвести ребенка в первый день его учебы. Треть опрошенных ответили, для этого им придется отпрашиваться с работы. Однако 37% родителей сообщили о том, что не смогут по разным причинам покинуть рабочее место. Однако состоится ли школьная линейка 1 сентября, зависит уже от ситуации с пандемией коронавируса в регионах России.